Скажите, пожалуйста, а вот если отталкиваться от названия, контрасты, что вы этим хотели сказать? Дело в том, что вот опять же, мне очень близка такая вот, знаете, контрастная эстетика изображения. Это здесь несколько вложенных смыслов. Первый — это как бы вот отсылка к тому, что мне нравится такое, действительно, мне нравится контрастное изображение само по себе. Вот именно плотное, черное. Вот. И второе — это то, что, опять же, мы как бы противоставляем отчасти обнаженную натуру, и с другой стороны у нас присутствуют девушки, которые как бы одеты, и, ну, вот такой посыл, скажем, то есть как бы противоставление обнаженного и одетого женского тела, и это тоже красиво. Женщина – это всегда красота, это всегда красиво, а эти работы меня привлекли своей неодинаковостью. Вроде бы как, вроде женщина, вроде грудь, все, а везде образ, везде разное видение этой женщины, ну, и видение ее души и состояние ее на определенный момент. И этим мне нравится это. Очень красиво, очень интересно. Каждая женщина индивидуум, то есть вот она вот показана одна в современном стиле, другая вот в такой классике, в ретро. И хоть это фотографии как бы, но вот они действительно как-то вот выглядят по-разному. Ну и натуральность, естественность, красота женщины показана как бы в полной мере. Всеми манекенщицами организовывала показы. И когда я была маленькая, я с таким восхищением всегда смотрела на этих красавиц высоченного роста. И эта любовь к красивым женщинам осталась во мне до сих пор. Я и дизайнером стала именно по этой причине. Не потому, что мне хотелось как-то самовыразиться очень креативно, по-сумасшедшему. А, скорее всего, меня вела любовь к женщинам и желание сделать их красивыми. Поэтому, когда я вижу красивых женщин, я всегда восхищаюсь. Но здесь есть один тонкий момент. Вот когда я вижу фотографии либо одетых в фэшн-одежду женщин, либо ню, всегда меня волнует то, как их видит фотограф. И я всегда это вижу, как он их видит. Потому что у меня взгляд на женщин с любовью, и я всегда вижу, когда фотограф просто самовыражается, либо он видит женщину как объект красивый и относится к ней как к объекту в своей фотографии, в своем творчестве, либо он видит женщину как личность. Вот чем мне нравится Геннадий, он видит женщину как личность. Даже когда он фотографирует ее как ню. Ну вот, не как ню. Даже когда он фотографирует ее обнаженной. Thank you.
волшебное место, которое объединяет, соединяет, привлекает, я считаю, что самых интересных людей со всего мира. Ну, а уже про Украину я говорить нечего. А что вы можете сказать о художнике? Чем он вас в первую очередь потряс? Он меня не сильно потряс. Он меня скорее вдохновил. Не могу сказать, что я супер какой-то крутой эстет, но на самом деле все, что действительно прекрасно и красиво, меня очень вдохновляет. И когда я вижу, что люди создают какие-то такие вот произведения, это может быть фотография, это может быть картина, живопись, это может быть одежда, это может быть все что угодно, даже вплоть до стихотворения или музыки, безусловно. То есть все, что связано с искусством и с творчеством, все то, что люди делают из пространства своего сердца, вдохновляет меня делать, творить. И для меня творчество является частью моей жизни. И именно здесь находятся те люди, которые вдохновляют меня на различные творческие вещи, с учетом того, что я этого ничего делать не умею. Я очень люблю, ценю и всем, чем я могу, поддерживаю людей, у которых есть художественный вкус, у людей, которые могут увидеть, скажем так, тонкость бытия, если можно так сказать, да, то есть те люди, которые могут увидеть то, что находится, скажем так, за гранью видимого. И это, наверное, то качество, которое меня вдохновляет в творчестве Геннадия. Что вас больше всего, как фотохудожника, потрясает в женском теле? Наверное, женщина – это вершина божеского творения, скорее всего. Я думаю, даже в большей степени, чем мужчина все-таки, потому что это более позднее творение, насколько мы знаем. Вот. Женское тело – это, по сути дела, это тоже та же вселенная, поэтому это всегда что-то новое, непознанное, другое. Это очень непростая вещь. И я никогда не ставил себе задачи просто показать обнаженную грудь или другую часть тела. Мне хочется увидеть человека, мне хочется увидеть, кто он, что он, почему он. В общем, это так. А почему это происходит с элементами ню? Потому что действительно обнаженное тело является также частью нас самих. Поэтому я стараюсь это все объединить в единое целое. И вообще я считаю, что все, что красиво, то угодно Богу. И это в жизни хорошо. Мне кажется, в этом есть какой-то глубинный смысл. То есть красота, гармония, это многое значит. Для меня, по крайней мере.